нет ближайшего пути ко Христу, то есть к бесстрастию и премудрости Духа, как путь царский, уклоняющийся во всем от преувеличений и недостатков. Священномученик Петр Дамаскин. Ропот на посланную скорбь, ропот на Бога, пославшего скорбь, уничтожает божественную цель скорби, лишает спасения, подвергает вечной муке. Святитель Игнатий Брянчанинов. Демоны хитро скрывают самих себя на время, и когда человек не заботится о своем спасении, то они внезапно нападают на несчастную душу и похищают ее, как птицу. Преподобный Авва Исаия.